Проверили лезвие на этот раз перед? Проверил, все, норме. Ну, с победой, Александр. Спасибо. После такой победы какие эмоции? Ну как, положительные эмоции, но все равно сильно больно не радуемся, потому что еще серия не закончена. Ну, вот, так что готовимся к следующей игре. Какой ключевой момент? Второй гол. Все. Чувствуете, что он сильнее сейчас? Ну, затрудняюсь ответить на этот вопрос, это после игры тяжело, но «Динамо» хорошая команда, и тут, видите, вся игра от ножа идет, неважно, в чью сторону тут будет перевес больше, то есть результат догадать сложно, каждая команда. В концовке Шипачева атаковали колено, как прокомментировать этот момент? Ну, как комментировать, есть судья, пусть они комментируют. Может, случайно там все получилось? Я не видел результат. Паша Бушневич сказал, что во многом определяющий сегодня был матч, можно ли говорить о том, что исход серии предрешен? Нет, такого нельзя говорить ни в коем случае. Серия длится до 4 побед, но это определенно важная победа. Все, готовимся дальше. Алексей Николаевич, давайте на 6, вас беспокоит, что в равенстве не так много сейчас? Нас не беспокоит. Нет? Ну как, забиваем в большинстве хорошо, результат есть. Все. Чувствуется, что вот в этот блок, в большинстве великой команды, это практически залог успеха. Ну, конечно, но это важнейший фактор, ну, в плей-офф, то, что в неравных составах 4 на 5 там выстоять в большинстве, забить, это плодотворный труд на тренировках, отрабатывать все. Ну и без доли фарта тоже не обойтись. Александр, можете сказать, что вы подготовили такой сюрприз для «Динамо», что Физулин сегодня и забил в большинстве, и отдал? Может быть, это стало для них неожиданностью, а вы поработали хорошо? Ну, вполне может быть то, что стало для них неожиданностью. Если у нас сработали определенные схемы, значит, правильно работали над этим. И изменения пошли на пользу. Большое спасибо, коллеги. Спасибо.